9 мая 2015 года народы Содружества независимых государств отмечают великую дату – 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Память о героических подвигах пограничников в соответствии с решением Совета командующих пограничными войсками стран СНГ в Бресте и Мурманске стартовала эстафета вдоль внешних границ государств участников СНГ, посвященная 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Акция памяти пройдет во многих городах Содружества. В Минске, в Баку, в Кишиневе, в Ереване, в Бишкеке, в Душанбе. Единый огонь Содружества. А сегодня эстафета победы уже в четвертый раз прибыла на территорию Ивангорода. Для встречи эстафеты победы к микрофону приглашается полковник Батурин Сергей Викторович. Смирно, символ эстафеты победы внести! Товарищи офицеры, сержанты и рядовые, юная молодежь, сегодня на Ивангородской земле замечательный праздник – эстафета победы. Эстафета победы – это символ того, что мы свою победу можем передавать только в эстафете и говорить о том, что мы никогда нашу победу, достигнув в 1945 году, никому не отдадим. Символично, что она проходит по границам Северо-Западного округа, говоря о том, что это эстафета мира и дружбы. И миром и дружбой мы всегда будем делиться со своими соседями. С наступающим великим праздником 70-летия Победы. Осталось 8 дней. И в 45-м далеком, в эти 8 дней, за 8 дней еще погибали наши советские солдаты, приближая этот великий день. Хранить память о нашей победе мы всегда будем. Уважаемые ветераны, я желаю вам долгих лет жизни. Рассказывайте молодежи о том, как вы пережили, как вы жили, как вы творили, как вы созидали и приближали этот великий день. С праздником всех! Ивангородцы, солдаты, матросы, офицеры. Да, действительно, сегодня на Ивангородской земле праздник. Мы встречаем эстафету победы. Эта эстафета пойдет в другие города, но мы должны ее встретить так, как мы можем это делать. Крепкого здоровья и долгих лет жизни. Знаменательно, что сегодня эстафета победы пришла на Ивангородскую землю. Мы прекрасно помним, какие бои, ожесточенные бои проходили на этой земле. И чем дольше эта эстафета будет передаваться в наших сердцах, в нашей памяти из поколения в поколение, тем значимее эта победа будет для нашей великой страны. На небо и за наш... Оповещение фашистов о захвате крепости было только через 8-9 дней. Только на 10-й день фашисты сообщили Берлин, что крепость захвачена. Город пограничный. Славы Мурманск. На захват застав пограничных фашисты отводили 20 минут. Но мы также знаем, что заставы бились
час и больше. Если вспомнить слова писателя Дюма, который говорил: «Мушкетеры поле боя не покидают, они его покидают только тогда, когда мертвы». Наши пограничники это доказали и только погибая сдавали позиции. Более того, в Мурманске на один участок границы на протяжении всей войны фашисты не смогли перешагнуть через нашу государственную границу. Разрешите от себя лично, как от председателя секции ветеранов пограничных войск, от всех ветеранов поздравить вас с праздником, пожелать здоровья, счастья, успехов. И еще очень символично, друзья, что эстафета прибыла нам в город 1 мая, день солидарности, весны, труда. И мне хотелось бы, чтобы к тем словам, которые я уже сказал, пожеланиям, добавилось счастье, чистое и мирное небо над нашими головами. С праздником вас! Эти дни 70 лет назад заканчивалась Берлинская операция. К сожалению, война для государства начинается на государственной границе, а заканчивается в лобби врага. Оставалось считанные дни до победы. В этих событиях участвовали воины-пограничники, в том числе и воздвигали знамя победы над Рейхстагом. Честь тех, кто за счастье, кто жизнь ради жизни отдал. Минута молчания. Всем живущим новое лето, а все, кто положили свои души на поле брани, как сказано, вождей и воинов, вечная память. Дай Бог всем здоровья, терпения и любви, не только к себе, но и к своему отечеству. Христос воскресе, небы, эти жизнь воскрес, идущего гробе живу здорово, идущего гробе живу здорово, помимо нас Божий, по велицей милости Твоей. Мирная эстафетной группе продолжить движение по линии государственной границы. Эстафетная группа, запрыгай, бу! Пошел время шагов, марш! Уважаемые жители и гости города, прошу возложить цветы и венки к памятнику солдатов.